У нашій студії сяє вогнями штучна ялинка, але для тих, хто зібрався все ж таки в своїй оселі встановити живу хвойну красуню, наша наступна інформація. І нашим експертом у плані вибору ялинки виступає Лариса Семисько, головний спеціаліст управління лісового та мисливського господарства. Доброго вам ранку, Лариса. Здравствуйте. Отже, сьогодні ви допоможете нашим глядачам вибрати ялинку за всіма правилами. Куди слід звертатися для того, щоб придбати лісову красуню? Хочу сначала поздравить всех с наступающим Новым годом, праздниками рождественскими. Уже атрибутом праздника стала новогодняя елка. Ну, желательно живая. Почему? Потому что у нас все-таки запах, фитонциды, неповторимый этот аромат и этот весь антураж. Все-таки мы привыкли к этому и тяжело отойти. Елки можно купить, как в любом торговой точке. Сейчас их очень много. Буквально на каждом углу можно купить, у нас сейчас елочные базары. Также можно купить в лесхозах, прямо напрямую, в конторах лесничеств, лесхозов. Там тоже созданы базы, так как говорится, небольшие точки торговые, где продаются елки. Там, конечно, цена будет дешевле. Скажіть, будь ласка, якось лісове господарство піклується про те, щоб зберегти ліс і готується ось до цього новорічного захоплення ялинками, щоб не зашкодити навколишньому середовищу все ж таки? Звісно, звісно, тому що основна маса наших ялинок, кількість основної, десь 80% – це з спеціалізованих ялинових плантацій, плантацій новорічних ялинок. Так называемый. Там елка насадится, это сосна, это елка, это пихта, специально насадится она. Она выращивается там от 5 до 10 лет, в зависимости от условий ее произрастания, и она рубится. После этого на этом же месте садятся новые елочки, новые там сосенки, и такой вот цикл непрерывный происходит, то есть ущерба в природе в этом нет в основном. Ну, просто піклується якось про це лісове господарство. Але слід пам'ятати, що ялиночка все ж таки живе 10 років, росте для цього одного дня, власне, чи однієї ночі. І велику шкоду можуть спричинити в цьому плані браконьєри. Тож можна звернутися до глядачів, щоб вони, купуючи ялинку, попіклувалися про те, щоб це була правильна ялинка. Які ж ялинки можно отнести до категории правильно. Правильный, да. Значит, основной показатель правильности елочки – это так называемая бирка пластиковая. Она может быть пластиковая, это может быть такая бумажная бирочка со штрих-кодом, которая крепится на ствол. Также желательно покупать елки в определенных местах торговли, потому что наши браконьеры любимые, которые рубят елку не одну штучку, рубят это для себя, рубят десятками, которые оснащены бензопилами, грузовыми автомобилями, они просто-напросто, конечно, продают ее по демпинговым ценам, то есть подешевле, потому что не вкладывали в нее никаких затрат. У нее нет бирки, у них нет документов, как обычно. То есть, тут можно посперечатися щодо ціни, а от щодо шкоди природньому середовищу, тут ніяких суперечок бути не може. Тому що вони рубять, що получше, і там, де це не розрішено. Тобто там, де ця ёлка не під нею принадлежала бы рубке. Она должна была вырасти в большое дерево. Они ее рубят, елка не восстанавливается, ее надо по новой садить. То есть они наносят вред лесному хозяйству. Вот в этой ситуации они наносят вред довкілю, очень серьезный. Как могут наши глядачи вплинуть на эту ситуацию? Ну, во-первых, они должны быть нетерпимы вот к таким людям, в первую очередь. То есть если вы приходите и покупаете елку, посмотрите, есть у них чипы, нет. Если они говорят, у нас есть чипы, но мы их не цепляем, заставьте их прицепить этот чип. Если люди отказываются, значит, почти большая вероятность, что эта елка незаконно срубленная. И как действовать гражданам в этом случае? В данной ситуации надо вызывать полицию 102. Они приезжают сейчас, у нас действует в области спильный план неотложных заходов с экологией, лесная охрана, полиция. І обычно 100% реагування є. Скажіть, будь ласка, як все ж таки людина придбала правильну ялинку, як подовжити її життя? Хочеться, щоб вона не тільки пережила Новий рік, а ще достояла до Різдва, до Водохреща, діток порадувала і оздоровила мікроклімат в оселі. Ну, во-первых, сначала надо правильно купить, правильную елочку купить. То есть, кроме того, что не должен быть чип, обязательно, да,
то надо посмотреть, какой у нее внешний вид. Во-первых, елка не должна быть без явных изъянов. Зелень должна быть достаточно сочная, плотная, немножко даже маслянистая на ощупь. Елочку желательно немножко стукнуть или там потрусить. Если с нее сыпаются зеленые иголки, эта елка не достоит долго. То есть она была срублена очень рано и потеряла влагу. Ветки должны быть эластичные. Если веточку сожмешь, это имеет в виду, я имею в виду, когда вот сейчас температура на улице плюс, когда если минус 10, она в любом случае будет ломаться. При плюсовой температуре ветка должна пружинить, но не ломаться. Если ветка ломается, это тоже говорит о том, что елку слишком рано срубили, и она потеряла влагу. Она не будет стоять. Не должны быть пятен на стволе. На срезе, на древесине тоже не должно быть никаких пятен. Это говорит о гнилях. То есть у нее будет нарушен тургор, и елка стоять не будет. После того, как вы купили елочку, принесли домой, нежелательно сразу очень резко заносить ее в тепло. Потому что резкий перепад температуры, особенно у елок, именно у елочек, они могут сбросить хвою. Вот именно вот этот шок у нее будет. Ее надо постепенно, потихонечку, за 2-3 часа поставить там в уголочке, где попрохладнее, не развязывать, не ставить никуда. Ну, идеально это установка елки, это все-таки или песок, или вода. Ну, вода немножко нам труднее, потому что она будет неустойчивая, да. А песок, ведро с песком, который, значит, елочку желательно обновить срез сразу же, ну, перед установкой. Обновить срез, потом обстругать немножечко, чтобы зачистить от коры, примерно 7 сантиметров. После этого ее надо закопать в песок сантиметров на 20 для устойчивости, конечно. И этот песок полить водой с таблеткой аспирина и столовой ложкой сахара. Это размешать вот таким вот. И в последующем не допускать пересыхания песка, поливать ее непрерывно. Дякую за корисні поради. Я сподіваюся, що нашим глядачам вони стануть у пригоді.